Привет, друзья! Играем осады. Сегодня у нас замок Хавьер. Этот замок есть и в первом Стронгхолде. Он небольшой, но интересный к прохождению. Так, вот. Сейчас почитаем. Был сначала сторожевой башней. Потом испанские инженеры перестроили его почти полностью. Так. Ну что, поехали. Так, начал заново, потому что первый раз проиграл. Пошлите на изготовку. Уже очень мечников дофига. Живо! Сэр, мы будем храбро сражаться. Мы идем. Наши луки готовы. Только покажите нам цель. Куда целиться, сэр? Натянуть тетиву. Копья! Готовь! Ясно. Что прикажете, мой лорд? Так, надо, чтобы мечников камушки хорошо побили. Иначе шансов нет. Какие будут приказы? Вот отлично. Вот отлично. Ты смотри, куда, блин, прибежали. Да, ну лучники есть. Надеюсь, арбалетчики свое дело сделают. Тебя, господин, твои верные лучники. Есть, сэр. К оружию. Это хорошо, что они не сразу все пошли. Наши луки будут все. Мы в пути. И мы можем с ними разобраться. Готовьтесь. Мечники ждут ваших приказаний. Все приказывается. Новые приказания, сэр! Давайте вольните их, блин. По вашей команде! Да, если бы не наш лорд, конечно, фиг бы мы прошли. Но его придется отводить. Давайте, арбалетчики, штурмуйте их. Ай, хорошо, да как арбалетчики ложат, блин. Арбалеты на плечо. Ай,
О, ну со второго раза уже прошли. Замок устоял, мой лорд. Просто арбалетчиков отвели, чтобы они их не убили, и все.